Друзья, я вас приветствую на своем канале «Все лучше о Греции». С вами я, Ирина. Сегодня я и Костас совершим путешествие на нашем мотоцикле. Называют они мотобайк. Иногда мы это делаем, он часто ездит на нем, потому что в городах очень трудно припарковаться в Греции, и мотоциклы всем необходимы. Вот. И сегодня у нас будет такая прогулка. Приятного просмотра! Такая дымка на небе из-за того, что ветер с Африки, но при этом сегодня обещают пик жары. Вот. Прогуляемся за город. Я думаю, что мы поедем в Колониера. Вот так мы приехали, на пляже уже есть люди, мотоцикл удобен тем, что, да, скажи, Коста, Калимера, сейчас утро. Доброе утро. Да, доброе утро, это Калимера. Мотоцикл в Греции, это очень удобная вещь, потому что вот сейчас мы ехали, уже много машин, дороги узкие в горах. И нам очень удобно было ехать, мы могли обгонять и доехали буквально там за 15 минут. А на машине бы мы ехали бы гуськом долго. Сегодня воскресенье. Есть люди, для греков это очень раннее время. Сейчас где-то 10:30. Они соберутся где-то к 3 на пляже. Они еще спят. Привыкли к привычному комфорту, но машина, конечно, удобнее, там мы стульчики берем раскладные, но сегодня у нас немного времени, Костас работает с 3 часов дня, как для тех, кто не слышал ранее, он работает в электрокомпании, инженер в своей смене, работает в разные смены, с 7 до 3, с 3 до 11, либо с 11 вечера до 7 утра.
Вот, поэтому мы сейчас просто купим кофе на вынос и посидим немножко, отдохнем. Остались тут кое-какие строения в тенечке, где можно посидеть. Нормально, просто подышим воздухом. Мы вот так устроились. Да, Сапарис кафе. Сейчас кофе. Кофе. Фраппе. Знаешь, кафе фраппе. А, семеро перес фраппе? Да, семеро перес фраппе. Костас купил фраппе без сахара. Фраппе это из растворимого кофе, взбитый кофе. У меня есть видео по этому поводу в ютубе, но я как-нибудь выставлю еще раз. 2,50 здесь стоит. Ну, если брать в таких хлебных магазинах, булочных или просто где кофе готовят, то там евро всего фраппе стоит. И как взбито в густую пену. У них в Греции они с кафе специально продаются, написано «фраппе». И у каждого в доме есть аппарат, который взбивает это кофе. Ну и везде. Вот они любят холодный кофе. Там очень просто, я как-нибудь покажу вам. 11:30 уже практически заняты места под всеми зонтиками. Зонтики принадлежат муниципалитету. Кафе потом дополнительно еще выставит свои зонтики. С 25-го уже объявили, так как обстановка в Греции благоприятная. Думали с 1 июня, а откроют с 25 мая. Все кафетерии, весь общепит откроется с 25 мая. И тогда уже выставят и лежаки, и дополнительные зонтики. Но условие, чтобы каждый лежак находился друг от друга на расстоянии 2 метра. И после каждого посетителя это должно все дезинфицироваться. Посмотрим, как это будет, конечно. Трудно это представить, потому что потом, когда будет большой поток людей, ну, в общем, все по мере поступления информации. Все, до новых встреч, друзья. Мы сейчас будем уже уезжать. Спасибо, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео. Мне очень приятно. Всего хорошего, крепкого здоровья.